Большой ремонт не мешает посещать Парк Победы саратовцам и проводить различные мероприятия. Одно из них прошло рядом с Вечным огнем. Здесь собрались учащиеся кадетских школ и казачьих классов, чтобы вручить им памятные знаки за участие в параде памяти. Посвященный очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он прошел в Самаре в ноябре прошлого года. Там в костюмах и атрибутике воспроизвели парад в Куйбышеве в 1941 году. В масштабной реконструкции приняли участие 4500 человек из разных регионов России. Саратовскую область представляли 54 воспитанника кадетских школ и казачьих классов, у которых, кроме памятного знака, останутся и воспоминания о параде в Самаре. Запомнились ветераны, которые говорили очень слова, которые не просто слова, они действительно что-то значат и заставляют о чем-то задуматься. Слушая их, начинаешь понимать, что действительно на тебя надеется страна, и твоя основная задача – защищать свою родину.